фруктов в похудении. Ну, наверняка вы слышали о том, что фруктики – это полезно для фигуры, там сплошные витамины. Во фруктах содержится фруктоза, это одна из разновидностей сахара. По калорийности она точно такая же, как и сахар. Например, 3 банана равны полноценному приему пищи, состоящему из 100 грамм курицы, кусочка хлеба и овощного салата с маслом. Фруктоза не вызывает скачка сахара в крови, в отличие от сахара. Именно поэтому она рекомендована диабетикам. Но то, что нет скачка сахара, еще не означает, что нет жира на попе. Кстати, очень не рекомендую кушать фрукты в больших количествах натощак, ибо кислотность у фруктов достаточно высокая. Полагаю, акция «Прощай желудок» никому ничего хорошего не предвещает. Фрукты в разумных количествах – это классно, полезно и вкусно. Но пользы для здоровья, а тем более для фигуры, от таза фруктового салата точно не получится. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на обучающий контент. До новых встреч, друзья!